Здравствуйте, господа! Сегодня я хочу с вами поделиться своим 36-летним опытом, работая в сетевом бизнесе. Но сначала я хочу представиться. Меня зовут Майкл Лившиц. Я родился и вырос в Риге, но в 1979 году я уехал в Америку. И живу здесь уже более почти 37 лет, в городе Филадельфия. Очень много лет я занимался ювелирным бизнесом. И у меня было в Филадельфии 2 магазина ювелирных. И также у меня был бизнес в Нью-Йорке, магазин по продаже медицинского оборудования. И все эти годы на стороне я занимался сетевым бизнесом, а точнее с августа 1980 года. Я это вам рассказываю для того, чтобы вы просто поняли, что у меня очень большой сетевой опыт. У меня были тоже большие подъемы, большие падения и опять большие подъемы. Я видел, как компании открывались на взрыв и еще быстрее закрывались, то есть лопали, как мыльные пузыри. Я видел все, подъемы и падения. И, конечно, за все эти годы у меня появился определенный опыт. И теперь, смотря назад, я могу сравнивать, потому что у меня есть с чем сравнивать. И сегодня я вам хочу рассказать секрет успеха в сетевом бизнесе. Ведь, в принципе, если подумать, то сетевой бизнес, то есть успех, такой простой, что основная масса людей, то есть 97% сетевиков, никогда не обращает на это должного внимания. Поэтому они и не могут заработать денег. А успех сетевого бизнеса очень простой. Даже нету секрета. Все состоит в том, что у вас есть в руках определенная информация. То ли это продукт, то ли это ваша opportunity, ваш проект. Это все информация. И вам эту информацию нужно дать как можно больше количеством людей. И чем больше людей увидят эту информацию, от этого и зависит успех сетевого бизнеса. И вот об этом сегодня я и хочу поговорить. Я просто дам вам информацию, которая поможет вам, ну, в любом, каком бы проекте вы ни находились, каким бы продуктом вы ни занимались. Это, в принципе, не имеет значения, потому что система одна для всех. В Америке сетевой бизнес уже развивается с середины 50-х годов. И здесь очень большой опыт. И свой опыт я получил именно в Америке, именно в США. Самые большие компании, которые находятся в сетевом бизнесе, это все американские компании. Я не буду перечислять все компании, просто такие компании, как Amway, которая в прошлом году наторговала 10 миллиардов долларов. Такая компания, как Herbalife, которая торгует 5 миллиардов долларов. Такая компания, как New Skin, которая торгует, я не помню точно цифру, между 2 и 3 миллиарда. Таких компаний можно пересчитать на пальцы. И в основном это все американские компании. Это говорит о том, что здесь знают, как строить бизнес. Если мы подумаем, то у каждого из нас есть определенный круг вращения. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то пользуется большим авторитетом, кто-то пользуется меньшим авторитетом. И вот получается, что мы приходим в сетевой бизнес. И нам нужно приводить людей. Ведь в принципе только от этого ваш бизнес начнет расти, и вы начнете зарабатывать деньги. Мне всегда интересно, мне всегда нравится, когда мне люди присылают рекламу, например, по скайпу. Майкл, приходи в бизнес, здесь можно заработать большие деньги, здесь не надо никого рекрутировать. Я им отвечаю обратно. Я извиняюсь, какого черта вы меня приглашаете в бизнес, если вы говорите, что рекрутировать не надо? Что же делаете вы? Это иногда очень смешно, иногда даже смешно до слез. Потому что основная масса людей так и не понимает, что они делают. Сетевой бизнес – это бизнес, в котором вы рекламируете
свою продукцию или свой проект. Да, вы не ослышались. Бизнес надо рекламировать. Сетевой бизнес – это такой же бизнес, как любой традиционный бизнес. Единственное отличие сетевого бизнеса от традиционного – у вас нету такого финансового риска. Вам не надо вкладывать большие деньги. И это очень легкий бизнес, который не в зависимости от вашего вероисповедания, цвета кожи или образования, вы все равно можете заработать деньги, если вы будете его правильно строить. Вот в этом и прелесть сетевого бизнеса. Но так как и в традиционном бизнесе, его надо рекламировать, и я объясню почему. Представьте себе, вы открыли магазин. Магазин, например, по продаже телевизоров. У вас есть деньги, у вас есть знания, и вы начинаете торговать телевизорами. У вас очень хороший продукт, самый дешевый и самый лучший в мире. Но если кроме вас об этом никто не знает, ваш бизнес далеко не уйдет. Вы не можете строить бизнес только за счет тех людей, кого вы знаете. Он у вас просуществует, может быть, год, в лучшем случае. А потом вам придется закрыться. Его надо рекламировать. Если вы придете и зайдете в любой успешный бизнес, они все, у них у всех есть одно. Они все рекламируются. У каждого человека, у которого есть успешный бизнес, есть бюджет на рекламу. Этот бюджет может быть небольшой, может быть $10, может быть $50, может быть $100, может быть $1000. Это все зависит от бизнеса. Но есть бюджет, который идет только на рекламы каждый месяц, каждый год. Потому что как только бизнес перестает рекламироваться, это начало его падения. И сетевой бизнес то же самое. Только за исключением сегодня, благодаря силе интернета, века интернета, это стало делать намного проще. И все равно основная масса людей не знает, как это делать. Люди выставляют рекламы на Facebook, в разных социальных программах, тратят время, рассылают сотни, тысячи, миллионы электронной почты, рассылают информацию по скайпу. Но я вам хочу сказать, господа, это ничего не работает. Если вас никто не знает, это у вас не сработает. Это просто трата времени. И получается такой замкнутый круг. Пришел человек в проект, помыкался, ничего не заработал. Говорит, проект плохой. Идет в другой проект, то же самое. Опять не заработал, опять проект прошел. Плохой. Идет в третий проект, и все то же самое. Как я сказал, замкнутый круг. А на самом деле не проблема в проекте. Все проекты хорошие, если это настоящие проекты. И везде можно заработать деньги, если вы знаете людей. И если вы знаете, как это правильно делать. Например, мне немножко легче. Когда я иду в какой-то проект, я сразу всегда подписываю много людей очень быстро, потому что за мной люди идут, меня уже люди знают, со мной люди заработали. Но если вы только начинаете, и у вас еще такого нету, вам будет очень тяжело. Если вы не научитесь правильно рекламировать свой бизнес. Много лет назад в одном из своих проектов я звонил по телефону. Интернета еще не было. И каждый день у меня было такое задание, которое я дал сам себе. Сделать 20 контактов в день. То есть поговорить с 20 людьми в день. Это очень большая цифра. Но вот я себе поставил такую задачу заработать серьезные деньги. Я просто брал телефонную книжку. Здесь, в Филадельфии. И звонил всем подряд. Всегда я задавал один вопрос. Я только говорил по-русски, я вам скажу по... В смысле, я говорил по-английски, я вам продемонстрирую по-русски. Я говорю, здравствуйте, меня зовут так-то.
не так давно вы интересовались информацией работать из дома. Если вас это еще интересует, и после этого я закрывал рот. Бывало, люди на меня кричали, вешали трубку, а кто-то начинал задавать вопросы. Да, меня интересует работать из дома. И тогда я начала этому человеку объяснять. Сейчас уже особенно объяснять по телефону ничего не надо. Все можно делать на интернете. Тогда этого нельзя было. Но 20 раз в день, за исключением воскресенья, я делал контакты. Если я звонил по телефону, и человек мне не отвечал, или это там никого не было, я это контактом не считал. Если человек меня, как говорится, послал на три буквы, значит, я говорил с человеком, это контакт. Я так делал несколько лет. Через 3 года я уже зарабатывал 25 тысяч долларов в месяц. Настолько я построил свой проект, который мне приносил такие деньги и приносит до сих пор. Потому что я свой бизнес построил. Кстати, один из самых моих долгосрочных проектов, хотя у меня проектов есть несколько, самый мой долгосрочный проект существует уже с 1991 года. У меня есть пару проектов, один с 2003 года и один с 2005 года. И вот буквально не так давно у меня появилось еще несколько проектов. Мне немножко легче, потому что у меня уже есть заработок от моих постоянных проектов, и мне не надо волноваться. И поэтому я могу строить то, что я хочу, где я хочу и как хочу. Но везде я использую ту же самую систему, потому что она работает. Я рекламирую свой бизнес. У вас должно быть достаточно людей видеть ваш проект, получать вашу информацию каждый день. И эти каждый день они должны получать новые и новые люди. Если у вас такого не будет, то рано или поздно ваш проект умрет. А самое главное, и почему я всегда ищу хорошие системы, потому что я хочу их предложить своим партнерам, не для самого себя. Потому что если вы начинаете делать бизнес правильно, и ваши партнеры его начинают делать правильно, и все по цепочке вниз начинают делать правильно, ваш бизнес взрывается как снежный ком. Вот к этому и должны стремиться все сетевики. Пару дней назад, где-то 3, может быть 4 недели назад, позвонил мне один мой хороший знакомый, Ари. Это американец, который родился в Америке, сейчас он живет в Филиппинах. Он богатый человек, в сетевом бизнесе много лет. В основном он использует только интернет для реклам и построения своих проектов. И он мне позвонил и предложил новый проект, где можно прорекламировать выгодно свой бизнес. Вне в зависимости, в каком бизнесе вы находитесь и каким продуктом вы и какой продукт вы распространяете. И самое интересное, что мне понравилось, почему я заинтересовался, что можно начать рекламировать свой бизнес бесплатно. Этот проект называется Трафик Мансун. Может быть, многие из вас уже и слышали про этот проект. Но с людьми, с которыми я общался, которые даже уже находятся в этот проект и не первый день, я удивленно обратил внимание на то, что многие даже не имеют представления, какую силу имеет этот проект и что здесь можно делать, и что здесь происходит. Первое, что мне понравилось, ну, во-первых, в Америке дистрибьюторов, которые находятся в этой компании, русскоязычных, всего лишь только где-то 5% от всех дистрибьюторов, которые находятся в компании Traffic Monsoon. Это значит, что русскоязычных здесь очень мало. Это первый плюс, во всяком случае, для меня. Второе, что компания открыта в Америке. Хозяин компании живет в штате Юта, то, что является столицей сетевого бизнеса. Это тоже для меня большой плюс. Не просто для меня, а для компании. Сейчас я вам покажу, если вас это заинтересует, как можно подписаться в эту компанию бесплатно и как можно с первой минуты начать рекламировать свой бизнес и тоже без вложения денег. С правой стороны вверху вы видите написано «Register». Вы нажимаете «Register» и попадаете на следующую страничку. Здесь все очень просто.
Вы пишете имя. Опс, надо поменять шрифт. Имя. Обязательно все писать надо по-английски. Фамилию. Телефон номер. Электронную почту. Обязательно выбирайте Gmail. Почему Gmail? Это одна из самых лучших почт, которая доводит ваши письма до вашего ящика. И допечатать надо свою электронную почту два раза. Следующее вас просит username. Username — это вы должны написать, это будет окончание вашего веб-сайта, и также это будет логин в ваш бэк-офис. Придумайте любой username. Потом вы должны написать withdraw код. Withdraw код — это код, это еще не паспорт. Это код, который вам пригодится, когда вы захотите в будущем выбирать деньги из бэк-офиса, потому что здесь вы начнете зарабатывать какую-то сумму, даже не вкладывая никакие деньги. Я позже вам покажу. Поэтому очень важно придумать код. И также его надо написать два раза. Следующее, вы должны написать пароль. Пароль — это который вам поможет входить в ваш бэк-офис. Здесь нужно обязательно написать, вот тут написано по-английски, правда, вы должны обязательно написать цифры и letters. Я имею в виду буквы и цифры обязательно. И тоже делайте два раза. Значит, запомните, когда вы будете делать пароль, обязательно буквы и цифры. Чтобы пароль состоял из букв и цифр. Следующее. А в нашей компании выплаты происходят при помощи Payza, Sally Trust и PayPal. Поэтому вам нужно написать электронную почту одной из этих систем. Если даже у вас еще нету никакого кошелька из этих систем, это не страшно, всегда можно будет добавить в будущем. Я хочу вам обратить, чтобы вы обратили внимание, что здесь есть кошелек PayPal. Это очень важно. Почему? PayPal — это самый первый, самый старый, самый верный кошелек. У них очень серьезные требования от компаний сетевого бизнеса. И, к сожалению, даже не все сетевые компании имеют возможность получить такой кошелек, как PayPal. Поэтому, если в вашем проекте есть PayPal, это хороший проект. После этого внизу увидите здесь квадратик. Вы должны написать, щелкнуть черточку. И потом, чтобы система видела, что вы не робот, вы должны написать вот эти три цифры или буквы, которые будут в этом ящике. И нажать сюда. То есть написано Proceed. Как вы только нажмете, вас переведет на следующую страницу. И сразу же вам на электронную почту, которую вы указали, придет письмо. Вы сразу же должны зайти в свой почтовый ящик, открыть письмо, и там будет линк для активирования. И нажать эту линк. Иначе вам система не будет активирована, и вы не сможете в нее войти. Теперь я зайду в свой бэк-офис. Когда вы заходите в бэк-офис, первое, что вы увидите, 10-секундную рекламу. Это дистрибьюторы, которые находятся в этой компании, их десятки тысяч, выставляют рекламы. Эти рекламы платные, но эту рекламу вам выставлять, во всяком случае, пока не обязательно. Когда реклама закончилась, видите, зажглось Back to Dashboard, то есть, чтобы вы вернулись обратно в бэк-офис. Когда вы попадаете в бэк-офис, первое, что вы должны сделать,
с левой стороны вы видите написано My Websites. Кликнуть на My Websites. Здесь у меня уже много веб-сайтов, проектов, которые я рекламирую. Вы можете рекламировать одновременно до 15 разных проектов. Это все бесплатно. Видите здесь с левой стороны New Site? Вы должны кликнуть на нее. Теперь вы должны ввести сюда линк или какой-нибудь веб-сайт, адрес своего проекта. Я специально подготовил. Сейчас я введу. И нажать Update. Видите, открылось следующее окно. Ваша сайт должна обязательно выскочить в ней. Потому что если она не выскочит, значит что-то вы сделали неправильно или неправильный адрес. Когда это все появилось, вы нажимаете вот на эту синюю черточку Back to my site. И вот теперь она появилась здесь. Видите, красным написано Pending. Pending, потому что займет, это может занять пару часов, а может и занять пару дней. Ее проверяют, и если она будет принята компанией, то она будет сразу активирована. Как вот видите, написано здесь на верхней Approved. Потому что таким образом они следят, чтобы не было порнухи, чтобы не было разных вещей, которых не разрешаются рекламировать в этой компании. Я вам могу сказать одну вещь, господа. Я испробовал много систем и разным способом рекламирую свой бизнес. За последние где-то 3, может быть, 4 недели я рекрутировал при помощи вот этой системы более 20 человек в свой проект. Я уже давно, я могу честно сказать, я уже давно не было у меня, чтобы я привел в месяц 20 новых партнеров. А я привел больше 20 партнеров. Я не помню точно 22 или 23 человека буквально за 4 недели. Эта система работает классно. И привел я их, ну, могу сказать, почти бесплатно. Объясню почему потом. Вы видите, что сейчас у меня здесь, где я привел новую веб-сайт, очки 0-0. А вот сверху 434-66. Что это значит? 434 очка, это значит, что у меня позволяет, что еще 434 человека увидят мой бизнес. А 66 уже увидели. Если вы видите, например, здесь у меня 4689 человек уже увидели мою сайт. Здесь 5542 человека увидели мою сайт. Это те сайты, которые люди ко мне пришли в бизнес, более 20 человек. Эти очки можно купить, а можно сделать бесплатно. Если, например, купить, вот видите, у меня 0. Если я ввожу Add Clicks, нажимаю сюда, то вот видите, получил, показывает вам, я могу купить 1000 кликс за всего лишь 5,95, 6 долларов. Тут можно открыть, и тут цены разные. Можно даже купить за 500 долларов 100 тысяч кредитов. Это значит, минимум 100 тысяч человек посетят вашу веб-сайт. Но опять-таки, вы это делать не обязательно. Сейчас я вам покажу, как это сделать бесплатно. Как набрать эти очки. Для того, чтобы быть квалифицированным партнером этой системы, вы должны кликать 10 раз в день. Это займет каждый линк 20 секунд. Вы видите сверху, вот я навел пальчиком красного цвета линк, написано Start Surfing. Вы нажимаете на нее. И вот открывается чья-то веб-сайт. Это люди тоже такие же партнеры, как вы и я, которые рекламируют свои веб-сайты. Тут, кстати, очень часто попадаются очень хорошие разные бизнеса. Вы ждете 20 секунд. Когда заканчивается, здесь зажглось, видите, 6 картинок. Но для того, чтобы вы были не робот, а человек, нажать нужно только на ту картинку, которая две одинаковые. Видите часы? Две. Раз и два. Вот на одну из них надо нажать.
А теперь нажимаете Next Site. Вот и мне засчитано, видите, написано clicked. You have clicked one ad. Значит, мне уже я получил одно очко. Вы должны кликнуть минимум 10 раз в день. И за каждый клик вы получаете очко. Вы можете кликать сколько раз, хоть сколько хотите. Минимум 10, а максимум хоть миллион. Сейчас я сделаю еще раз. Я уже сегодня накликал 10 раз. Просто я это делаю для того, что я вам показываю. Единственная разница между платным и бесплатным, если вы купили и потратили минимум $6, это надо сделать один раз в будущем. Это вы можете сразу не делать. И вы становитесь активным дистрибьютором, активным партнером на всю жизнь. Это значит, что каждый раз, когда вы будете кликать, то вам будет даваться одно очко, и этого достаточно на одну рекламу. Если вы бесплатно это делаете, то тогда вам нужно, чтобы получить одно очко на одну рекламу, вам надо кликнуть два раза. Вот это вся разница. Теперь я опять нажимаю на двойную картинку и нажимаю Back to Account. И здесь у вас будет показываться, сколько очков вы набрали. В данном случае я щелкнул только два раза, но у меня за несколько дней уже набралось больше очков, потому что я щелкал раньше 80 очков. Теперь я иду в My Websites, иду в конец, нажимаю Manage, Assign. Вот эти все очки я добавляю сюда. И теперь, как только будет опрувано это сайт, у меня гарантировано, что 80 человек ее увидят. Вы помните, я вам говорил раньше, для того, чтобы быть успешным в сетевом бизнесе, ваш проект, вашу информацию, вашу веб-сайт должны видеть постоянно новые люди. Если это будет происходить, то рано или поздно вам в бизнес начнут подписываться. В Америке у сетевиков есть такой неписанный закон. Если вы хотите построить бизнес, вы должны его строить минимум 3 года. Вы помните, я рассказывал вам, что за 3 года один из своих проектов я построил до такой величины, что он мне стал приносить $25,000 в месяц. И это не один раз, это много-много-много-много времени. Так вот, эта система может вам дать возможность прорекламировать свой бизнес или любой проект, в каком бы вы ни занимались. И каждый раз, даже если вы делаете бесплатно, вы можете кликать и набирать очки и рекламировать свой бизнес. А теперь я вам покажу, сколько можно заработать денег. Если вы будете кликать бесплатно и делать бесплатно это все, пока разговор идет без денег, 10 раз в день, то раз в день у вас будет зажигаться, видите, здесь вот это «Cash links are available for you». Видите, зеленым цветом. Это будут появляться links. Вам нужно будет на них кликнуть. И посмотрите, открывается вот такая вещь. Вот это полцента, по зеленый по одному центу, по полцента, 1/4 цента. Это все деньги. И если вы начнете на них кликать, я вам сейчас покажу, как это сделать. Я кликаю на это. Вот начинает происходить такая... Это кто-то здесь рекламирует тоже бизнес. Происходит такая ситуация. Потом зажигается. Это опять-таки делается для того, чтобы вы были не робот. Вы пишете номер. Клик, видите. И вот спасибо, вы получили этот кредит. И возвращаетесь обратно. Я не буду сейчас кликать на них всех. Но каждый день вы сможете зарабатывать, ничего не делая и ничего не тратя, минимум 10 центов. И занимает это всего лишь несколько минут. Самое интересное, вы можете рекрутировать людей в бизнес, которые тоже могут прийти и рекламировать свои проекты бесплатно. Но если они будут кликать 10 раз, они тоже смогут зарабатывать 10 центов. И каждый дистрибьютор, которого вы привели в бизнес, если он заработал 10 центов, вы заработали 10 центов.
Это небольшие деньги. Но я вам покажу, где можно заработать большие. Самое главное, что это все бесплатно. У меня есть пару женщин, которые сидят каждый день, кликают и зарабатывают уже за несколько, за, может быть, за неделю $10. Это немного, но для многих людей это деньги. Особенно, когда и за них не надо платить. Вы видите, у меня здесь показано, что я уже заработал $151. Это не такие большие деньги. Для меня это ничего не стоит. Но я ничего не делаю. Я ничего особенного не делаю. И заработок у меня только начинается, потому что я начал строить этот бизнес. Я вам покажу через месяц, что у меня будет. Уверен, на многих из вас произведет это впечатление. А теперь я покажу, как мы зарабатываем деньги. Вы видите, у меня здесь написано Active Sharing Positions. Это я купил 10 ads. Если вы тратите $50, каждый ad стоит $50. Вы можете накопить эти деньги бесплатно, делая то, что я вам только что показывал. И начать с этого момента. Но как только вы покупаете ad, я покажу, как это происходит, за $50, то вы начинаете получать profit. Sharing profit. Profit от всей компании. Это небольшой profit, потому что $50 вам принесет всего лишь $1 в день в течение 55 дней. То есть через 55 дней вы получите $55 назад. Это на 10% больше, чем вы вложили. Опять-таки, вы можете скажете, это небольшие деньги. Да, это небольшие деньги, но если вы подумаете, если вы прокрутили эти $50 целый год, вы получили тонну реклам на свой проект. Я вам покажу, какие рекламы вы получите. И вы получите 65% обратно на свои деньги. Представляете, если бы вы вложили $1000? То есть купили бы 20 ads, то через год, если бы вы прокрутили эти $1000, вы получите рекламу, которую, если бы вы покупали отдельно, это было бы очень дорого. Вы сильно прорекламируете свой бизнес. И вы получите не $1000 назад, а 1650. То есть 65% больше. Я сейчас каждый день, потому что, видите, у меня 10 ads, я получаю каждый день $10. И как только у меня набирается $50, видите, набралось 41, я покупаю следующий ad уже за счет компании. И тогда я буду уже получать $11. Через пару дней у меня опять появится 50 заработанных долларов. Я куплю опять ad, я уже буду получать $12. Я вам сейчас покажу одну картинку. Это мой партнер, в смысле не мой партнер, а мой спонсор. Я специально попросил его, чтобы он мне сделал копию своего бэк-офиса и прислал. Вот посмотрите. Это небольшой заработок. Я извиняюсь, это не мой партнер. Это один из его дистрибьюторов. В любом случае, видите, у него здесь, эта женщина, она уже купила 50 Active Sharing Position. Она уже зарабатывает $50 в день, уже заработала $2723. А сейчас я вам покажу своего партнера. Одну секундочку. Вот. Опс. Не та. Хотел положить, показать вам не партнера, а своего спонсора. И кажется, я ее случайно делитал. Одну секунду. Да, я случайно ее... А, вот она. Вот она. Вот это мой спонсор.
он в бизнесе где-то, я не буду врать, точно не помню, где-то около 10 месяцев, он еще не целый год. И когда он, правда, вошел в бизнес, он сразу же купил 50 ads, то есть он потратил $2500. Это не значит, что вам нужно делать, но просто посмотрите, какой заработок. У него сейчас уже активных 948 ads. Видите? Это значит, он получает в день только от ads $948 в день. Он уже заработал за 10 месяцев, видите, 84 349 391 доллар. Это всего лишь за 9 месяцев. Даже год еще не прошел. И это он только начал строить бизнес. А сейчас, представляете, $948 в день. Каждый день сколько он может продолжать покупать ads и зарабатывать все больше, больше и больше. Он определенную сумму денег тратит на эти ads, а определенную сумму денег тратит покупки нового, в смысле забирать деньги, а что-то платит на ads. Благодаря этому он феноменально строит свой бизнес, потому что он рекламирует. И сейчас я вам покажу, какую рекламу покупают вам вот эти ads. И, кстати, пока мы здесь, я сделаю покупку. У меня набралось $41, хоть это не $50, я добавлю из своих личных. Значит, для того, чтобы зафиксировать ad, вы должны зайти вот сюда. Видите? Buy ad packs with sharing. С левой стороны, сверху, вот сюда. Вот сюда вы нажимаете, и вы попадаете. У меня уже вот несколько, вот это все мои ads. Здесь вы выставляете баннеры. Я не буду особенно сейчас показывать, как это делать. Если вас это заинтересует, вы всегда сможете позвонить мне, чтобы вы не сделали ошибку. Позвонить мне можно будет всегда по скайпу. Скайп у меня, адрес моего скайпа вы можете увидеть здесь на этом ролике на YouTube. И по скайпу можете меня набрать, я всегда отвечаю. Может быть, не сразу, но когда буду перед компьютером, обязательно отвечу. И если вы хотите, чтобы я вам помог это установить, я установлю. Ну вот у меня, видите, вот эти, я устанавливаю banners, и за $50 я получаю 20 кликс и 1000 других кликс. Здесь 20 кликс на баннере, что это значит, что ваш баннер будут видеть 1000 людей. Но как только человек будет кликать на ваш баннер и заходить в вашу систему, того проекта, который вы рекламируете, это будет стоить один клик. Я сейчас покажу, как это я покупаю. Вот нужно Buy Ad Pack. Я нажимаю сюда. Я выбираю PayPal, потому что у меня все идется через PayPal. Нажимаю Preview. Видите, у меня показывается, что я могу заплатить $41. То, что имеется в моем аккаунте уже. Поэтому я нажимаю сюда, чтобы заплатить еще и $41. А остальное добавляется с PayPal. Нажимаю Pay Now. Меня переводят в PayPal. Здесь спрашивается, если я имею аккаунт. Да, я имею аккаунт. Я нажимаю сюда. Нажимаю свой пароль. Захожу в PayPal. Сейчас я произведу оплату. Все, они сняли деньги. 9,68 центов это такс. И те $41, которые были у меня в моем Traffic Monsoon. Возвращаюсь. Вот, меня благодарят, что я сделал заказ. И я возвращаюсь в свой бэк-офис. Вот, спасибо, что payment прошел. Нажимаю опять на мой аккаунт. И вот видите, что у меня $41 пропал. А здесь у меня уже стоит
11 shares. Я получил еще экстра 20 кликс. И вот если я захожу на мой веб-сайт, я еще получил... Сейчас, одну секундочку. Система эта просто обалденная. Еще сейчас я допустил... Это у меня попало... Одну секундочку. Вот сюда. Здесь у меня было раньше 453, теперь стало 1453. Потому что вот эту, именно эту веб-сайт я стал рекламировать. Господа, я могу вам сказать такую вещь, что система эта работает обалденно. Я не бедный человек. И, честно сказать, копейками заниматься бы никогда не стал. Мне это просто совершенно не нужно. У меня с финансами все в порядке уже много лет. И пришел я в эту систему только благодаря тому, что я хотел... Потому что я ищу хорошие, нормальные системы для рекламирования своего бизнеса. Но не столько своего бизнеса, сколько бизнесов своих партнеров. И когда я увидел, какая возможность здесь заработка, 65% на свои деньги, это просто, ну, я даже не знаю, как сказать. Поэтому, господа, надеюсь, что вам эта информация понравилась, надеюсь, что вы заинтересовались, и, конечно, если вы захотите этим заниматься, вы можете всегда подписаться бесплатно, попробовать, прорекламировать, посмотреть, как это работает. Во всяком случае, это вам ничего не стоит. А самое главное, если у вас будут больше вопросов, и если вы хотите этим заняться серьезно, пожалуйста, звоните мне по скайпу. Мой скайп внизу, вы можете его прочитать. И добро пожаловать в бизнес. И желаю вам большого успеха. Счастливо и до свидания.